Всем привет, финал, первая игра, без долгих предисловий сразу начинаем катать. Так, ну чё, я пойду на Иван тогда, раз такая хуйня. Дефа Елену, Дефа Харитон, и посмотри, что ты можешь выделить для меня. Один, хорошо. А Лавандру возьмешь? Конечно. Хорошо, если у тебя там ничего не будет, нам на меня не сильно тогда. Так, сразу птуры. ЛСТР и... енотки. Предлагаю тебе на базу. Ты не был со Смитом проблем. Добро. Если он поет на Харитон, сильно там не упарывайся. Мне нечем, я туда ничего не везу. Да, вот я к этому и клоню. Финал БО-3, будет минимум две игры, возможно три. Ну и самое страшное, это то, что Блицвар уже видел этот мой пуш и может быть готов его законтрить. Но я рассчитываю, мы так прикинули, что он будет тоже пушить на Борис. Если нет, ну там посмотрим. Страшно, что он видел мою деку. А, да, они еще знают деку ЦКМа. Похуй. Пляшем. Готов? Да еще обсудить. Да, я думаю, что не нужно их готов, то есть они немного повалят. Добро. Как они могут? Балтика мотор может пойти только на Элину или только на Борис. Два варианта. И только не этот, не развались сразу. Да, вот это ключевой момент. Ты развалишься, все, а потом не соберем. Поэтому мы выкатываем по две сивишки, чтобы поинтов накапать. Меня могут сразу щелкнуть саламандру. Сивишка нужна обязательно. Я понимаю, но если мы делаем такой пуш на Иван без истребителя, это будет сейчас. Ну а что ты истребителем сможешь сделать? Хотя бы сбить истребитель или сбить телефон вертолет. Ну хорошо, бери. Бери, потом на первые очки с КШМ вытаскивай тогда. Опять же, если рекон верта не будет, а истребителя не будет. Не понял. Ну, если они не привезут ничего из вышеперечисленного. Нет, ну там по-любому вертолеты будут. Это же мотор. Там по-любому будет. Самолет, он, в принципе, может там что-то. У меня самолет, тем более, очень хорошо по вертолетам работает. Бери, бери. Два истребителя не вряд ли возьмут. Да. Ну,
Так, ну и смотри по ситуации. Если у тебя все нормально, старайся у меня играть через авиацию. Если пушить будут на Ирену, то я уже буду тебе через воздух помогать. Готовы? Ну погнали. Да. Летят с двух сторон, причем колонна на Елену пошла. Нет, сворачивает. На первые очки покажу. Так, я слился. Очень много бовчиков. Они прям готовились, готовились. Кошемку уже вытащил. Да. Все, у нас есть преимущество по очкам. Работаем. Тебя воздух.
Как дела? Я уже вижу. Так, ну здесь, в принципе, он немного умерил свой пыл. Да, они на тебя сейчас переключаются, я тоже вызываюсь к тебе. И КШМ-ку буду сейчас ставить. У них уже плюс один. Да, сначала выкатываю КШМ-ку, потом прихожу к тебе. Спрячь Т-90 в лес куда-нибудь, чтобы его видно не было.
Ага, они уже вертами полетели. Так, что мне Формозу въебал, блядь. Строп нужен. Воздух. И то верно. Заказываю. Кого заказываешь? Шем? А есть куда ставить? Никак не могу на самолет накопить бомбовый. Они уже здесь рядом со мной, блин. Он уже на базу прям летит, это пиздец. Нева подъехала. Сейчас будем работать. Тормози. Кого? Него, останови. Нева стоит, Нева работает. Я так понимаю, они вытащились из города, надо пытаться его зайти в него. Минус вихор, что ли? Да, блядь, ты стрелять будешь, мудила ты тупая. Пиздец.
Не могу взять его. Так, и у них по-прежнему плюс 2, да? Плюс 1, вернее. Привет, ребят, вы поем? Привет, да. Спасибо. Тут еще надо что-то поставить. Давлю пока на Ивана и тебе там пытаюсь помогать по возможности. Вот тут сивишка похоже. Так, я сейчас попытаюсь поставить на Иванка КШМ. Но это пока все не точно. Блять, много здесь танков, нихуя не получится с КШМкой. Там еще и второй помогает. Палы.
Нет, тут я ничего не возьму. Наверное, пытаться стоит. Кстати, а что у нас с этой стороны? Есть какое-то сопротивление? Нету. Уже и по воздуху преимущество. Блять, вот здесь стоит. Ластеры, блять, немощь ебаная. Два вихра уже притащили. Ну что, типа надо КШМ ставить любой ценой, да? Не поставлю. На этом официально пососано. Пока еще нет. Кстати, можно попытаться сейчас
вихор забрать. Он полный город вихор. Не знаю, что там они так сделали. Ну это поиграно уже, я же говорю. Что я могу? Че можешь? Подарник. А нахер он уже нужен? Фух. Тяжело, блять. Ну уже не взять его. Серия у тебя была бы сейчас? Уже нету. Все проебал? Полный город. Да, все проебал. Все, пишем ГГ, играем в следующий? Да. Но они подготовились вот к этому, к моему пушу. Прям хорошо подготовились. Понимали, что делают. И приняли.